Приходишь и орешь. Все нормально. Все хорошо. Что делаем? Ним пошли. Стоп, второй этап продаж. Блять, инфекты. Инфекты они ведут, инфекты ведут. Третий этап продаж. Я еще не вела в книгу. Четвертый. Презентация товара. Как дома товар? Пятый. Правильно? Что-то вы не то несете. Восемь. Нет, нет, нет. Ужас. Данила Юрьевич сейчас нам покажет, как он первый этап продаж. А, ты там нету? Давай, я подержу. Второй этап продаж. На постел. Третий. Ну, давай. Выявление потребностей. Не рады, что вы сами. Первый этап, это приветствие, второй знакомый. Надо показать. Поднимитесь на одну. Ладно, давайте начинать с нами потихонечку, помаленечку. Мы все. Мы все. Кто не все, да, кто не все, того накажут. Вот, наша не точно должна. Во-первых, всем привет. По регламенту, что у нас будет, я не знаю. Никто не знает. Вообще пиздец будет. В прошлый раз кто был на этом? Ладно, в прошлый раз мы общались, сколько вы помните, часов 6, наверное. Да не, меньше. Видео 35 часов. Видео 5 часов сидел. Да. Ну, Стас сидел только 2. На нем, смотрите, уже поменял вектор движения камеры. Ой, не трогай, пожалуйста, вот этот фильтр часовой. Возьми, я тебе другой дам. Давай другой. Короче, сколько сегодня по времени будет, я не знаю. Моменты. Мы решили сразу же скажу разделить все, потому что первый важный момент — это презентация, а второй важный момент — это вводная. Мы вот раньше думали, что вводную провести — это вот так вот. Как провести? Вот так. Ну, по факту это вот так вот, но заёбно очень много. Не надо, нет! У кого было такое, что ты провел презы, ну, чисто крик души? Хорошо, супер, готовился. А на следующий день... о, хорошо, молодец. А на следующий день кто-то другой был презентацию подписания договора. Понимаете, да, о чем я говорю? И какая-то сука слила весь свой поток. Не было у вас такого, да? Вот, у меня такое было пару раз, после чего я принял очень важное решение, что после твоих собеседований я, блядь, приеду и проведу водную встречу. Потому что у меня там столько людей, что просто... Даня, ты меня уже заебал, мы еще не начали, ты меня уже, сука, бесишь. А я всегда... Как так можно? Надо так, когда сука слила твой поток. Ты сам приезжаешь и идешь туда. Сейчас ты едешь, чтобы я... Будет все идти в два потока. Почему? Потому что за один день мы не успеем, это просто башка слетит. Сегодня мы разберем вот эту презентацию полностью. Ну еще раз для кого-то, второй раз для кого-то, сколько, третий раз. Для кого-то четвертый. Вот. А на следующей неделе мы сделаем водную. Так будет удобнее для всех. Здравствуйте. По поводу работы? Да. Ходи попозже, рано пришли. Ой, как я сделал. Вот. Поэтому на следующей неделе планируйте, что мы опять с вами встретимся. Окей? Потому что столько всего слилось, сколько людей слилось с моей водной, это просто жесть. Что люди говорят на водной, это просто с ума сойти. Ну ладно, это разберем. Сегодня у нас с вами презентация. Будет это все продолжаться, я не знаю сколько, честно, но будет весело. Кто еще не вел презы? Раз, два, три. Четыре. Я понял. Говорит, Люда, расскажи мне, зачем ты пришла? Мне просто интересно, веселее. Поднять статус. Поднять статус? Хорошо. Стас.
Вопросы не надо задать. Все вопросы в конце собеседования. Кто? Услышать как информацию, ты уже этот МК был, но в любом случае еще раз услышать информацию с другой стороны, вот как именно ты, потому что вот, у тебя очень большой опыт, у Маши тоже большой опыт, и статистика, она статистика действительно потрясающая. То есть поучиться, естественно. Ага, я понял. Лиза. Зачем? Ну, вдруг все новое будет. Честно скажу, будет все старое. И Машка есть такое. Ты знаешь, Артем, я еще добавлю. Сейчас с мелкими вообще все изменилось. То, что ты говоришь на взрослых, что говоришь на мелких, как будто из разных отделов. Короче, если честно сказать, мы с вами общаться будем, ну, мы уже все с вами взрослые люди. Я к чему? То, что вот ввелось в прошлый раз и сейчас, честно, отличия будут. Причем некоторые небольшие, даже презентации вы заметите. Нет ничего такого, что сделало бы какой-то такой фурор, что прям вау было бы. Вот. Все. Нет. Нет? Дальше сами? Вот. Не будет ничего такого, что просто вау. Но будут новые какие-то вещи, концепции. Просто я не знаю, я этот мастер-класс... Сука, чё ж вы меня все сегодня бесите-то просто? Даня, скажи им. Заебали. Спасибо. Ладно. На самом деле это надо было делать за полчаса до мероприятия, но поскольку мы этого не делали, мы делаем это во время. Точнее, да. Я не делаю. Вот, новые вещи будут, новый подход будет, новая преза будет. И готовьтесь, что мы на следующий раз будем разбирать вводную встречу, потому что пиздец. Ну, с водой там тоже очень много всего, это я еще продам, но ладно. Короче, сегодня преза. По презе, что мы сделаем? Мы полностью разберем, ответим на вопросы. Кстати, огромный респект. Похлопайте себе, пожалуйста. Почему? Я вчера ебался с ответами на вопросы часа пол. Я уже собрался, такой думаю, ладно, домой поеду. Маша так говорит, смотри, нам вопросики прислали. И мы сидели полчаса, вот это все. Спасибо огромное. Столько вопросов, это жопа, просто реально. И такие вопросы. Да, ну Даня там, конечно, со своими вопросами вообще. То есть, вопрос звучит такой, что делать, если забыл ключи? Я такой, а кто написал? Даня. А потом, что-то, что делать, если ты там опять что-то, какая-то дичь? А это кто пишет? Даня. Ладно, презу разбираем. Поехали с самого начала. Те, кто знает, те, кто был. Повторение мать учения. Те, кто не знает, записывайте все, потому что скоро вам вести презентация. Можно мне? Например, нет. Ну, например, Леня, наверное, скоро будет вести презу. Кто не скоро будет вести презу? А? Очень плохие. Ага, он, ну, да. Таня, Дима, тоже, Саша. Ну, короче, все скоро будут вести презентации, поэтому вы слушайте. Для тех, кто был, повторение мовчения. Давай. Короче, смотрите, я хочу обратиться к тем ребятам, кто вот не ведет презентации и не понимает еще пока, к чему все происходит и вообще зачем вам это нужно. Мне очень сильно хочется, чтобы уровень презентации, он не отличался от уровня проведения сборов группы, уровня проведения базовых тренингов и уровня проведения мастерских. То есть вы в любом случае стоите на каких-то блоках, либо ведете какие-то части тренинга. И мне очень сильно хочется, чтобы когда человек приходил, он видел очень крутой заданный уровень презентации и не меньший уровень проведения тренингов. Понимаете? Потому что не меньше, очень сильно хочется, чтобы когда вы вели какие-то блоки или вели тренинги, чтобы вы вели их настолько же подготовленно, качественно и настолько же так, чтобы было, как и на презентации. То есть, чтобы залу было уютно, чтобы вам было уютно. Поэтому, если вам сейчас какие-то моменты трудно перенести на собеседование, да, ну, то есть вы их не ведете и вообще не понимаете, к чему крови ноги, перенесите, пожалуйста, их на тренинги, хорошо? Ну, это, мне кажется, будет очень классно, потому что если все мероприятия вести на 100% от возможных, то получится ППД там в разы больше, чем если там вести какое-то мероприятие на 80%. Окей? Еще. В прошлый мастер-класс, когда вели, там было много народу, очень, и было много моих ребят, которые презы вообще не вели. Я спрашивал после всего этого, чего, как, зачем, почему, для чего. Один ответ я слышал всегда. Отвечать на вопросы соискателей стало намного легче. То есть для тех, кто ничего не вел еще, особенно презентация, у вас больше понимания будет, что это такое, зачем, почему и для чего. Ну и для тех, у кого там недостаток информации или еще чего-то, сегодня ваша голова уйдет без вас. Это важно понимать. Вот, ну будет классненько, будет весело. Ладно, по презентации. Первый момент. Хочешь что-нибудь добавить? Я готова. Первые моменты по презентации. С самого начала пойдем тогда, с контекста, со всего того, чего, зачем, почему и для чего. Потому что у нас в офисе сейчас есть новые ведущие, которые ведут. И то, что я вижу, что они делают, у меня просто... Голова похеревает. Ладно, поначалу. Запишите с самого начала себе. Это для тех, ну, короче, ладно. Повторение мать учения. 21-го я сказал. На презентацию приходить за час до начала. Это самое главное. За час до начала нужно быть в офисе. У кого-нибудь было такое?
такое, что ты пришел на презентацию, а люди перед офисом уже стоят с мылом. Мне как-то дискомфортно, когда я прихожу в офис, а в последнее время приезжаю на велосипеде, и перед офисом такая толпа стоит. И ты открываешь офис, затаскиваешь велик, ты в шортиках. Они идут за тобой. А еще у тебя при входе, блядь, лампочка не работает, и они все спускаются вниз в неизведанное. Ну, в общем, на презентацию приезжать за час, ну, на любое мероприятие приезжать за час, чтобы были вы одни, и никого не было. По моментам следующим. Подготовка зала, запишите, подготовка зала. Зал — это самая главная вещь, ну, на мой взгляд, потому что, блин, я не знаю, как вести, если зал говно, даже без людей. По подготовке зала. Как ты приехал, сначала нужно расставить все стульчики так, чтобы было удобно вам. Но я не знаю, как в первом филиале, но мне, например, когда я здесь вел собеседование, я не мог вести, когда была вот эта дичь людей. Потому что там стоят стулья, и ты какой-нибудь, блин, реально парень заходит и садится туда, как на трон. А стулья ломаются, амортизируются, потом очинить надо, потом... Алименты, все дела, ну, понимаете. Я, например, не могу при вот этом вести. Я обычно... Ну, давай, я тебя подумаю, можешь подоставить. Да сейчас-то похер. Здесь все свои, когда ребята приходят на собеседование, и тут можно поиграть царь горы, это как-то странно. Вот, то есть подготовить зал, расставить стулья, чтобы было удобно. Сразу же где-то должны стоять стулья про запас, потому что неизвестно, сколько людей придет. Например, когда у нас было в среду к нам в один зал село 60 человек. Мы охерели. Там было просто 5 рядов, один стул, две задницы, люди стояли, сидели, лежали по стульям и везде. То есть нужно так, чтобы зал был расставлен, и где-то про запас стояли стулья. По поводу подготовки зала, запишите обязательно проветрить. Я вот сейчас сегодня сюда в офис зашел, это просто ахнул, я чуть не сдох, реально. Ты заходишь, там прохладненько, зашел сюда, здесь прям такой поток воздуха горячего идет. Потного. Еще и потного, вонючего немножко, такой запашком. Вот, проветрить. По поводу проветрить, короче, а кто здесь прессы? Ну, Лиза вел, Даня вел. Как здесь, жарко, не жарко во время презентации? Кондей нормально. А что, я тебя не вел? Кондей нормально? Миша вел, да, ладно. У вас как, нормально? Сейчас нет кондиционера сейчас. Чего? Сейчас нет. Да у нас вообще кондей никогда в жизни, блядь, не было. У нас? У нас, я говорю про нас. Вот такое сразу с наездом. У нас, ну у нас жопа, реально, у нас просто жопа. То есть мы сразу открываем все окна. Более того, прикольный момент, ты ведешь презентацию, ну Свет меня это поддержит, может быть, был такой. Ты ведешь презентацию, окна открыты нараспашку, какая-нибудь сука сядет на картоны и так смотрит, что там происходит. Было так и не было так. Было у вас, да, такое? Вот. У нас есть, в нашем офисе я увидел классный момент, чтобы такого не было. У нас есть эти жалюзи, или как их называют? Да, просто бежал. И ты их закрываешь, чтобы окно было открыто, и жалюзи были закрыты. То есть там воздух дует, но тебя никто не видит. Самое ужасное, если кто-то на нас сидит. У нас тоже хотя бы лампа, мы с офисом. Тоже чувак в окно смотрит, все бы ничего, но офис был на втором этаже. И чувак прочит. Но это уже другой момент. Ладно, по поводу подготовки зала, чего еще сделать? Проветрить. Сразу же вон там вот, если у вас нет этого слайда, если вы его заранее не выводите, я, например, заранее выводите, да ёб твою мать. Ну, сейчас будет прохладно. Ничего себе. Обязательно на доске где-нибудь вон там вот написать номер телефона свой, ссылку ВКонтакте, пароль от Wi-Fi, ну, чтобы предварительные моменты были. Продолжая тему, запишите себе, запускать людей, как только пришли. Ну смотри, если ты еще зал не подготовил, если вы еще зал не подготовили, да, скажите им, подождите минут 5-10, заходите. Просто не приходится, допустим, даже подготовлен зал, я в 15, ну, начинается в 4 часа, я в 15-15 уже сижу здесь, ага. Они заходят в 15-15, я не хочу с ними 45 минут сидеть и ничего не делать. Ты занимаешься своими делами. Я, пока у меня ребята сидят, они меня приходят за час до собеседования, я успеваю рекрутировать там 50 сайтов, перепадать вакансии, мне еще люди приходят. Звонят мне, я такой, ну я на собеседование подходил. Ну, короче, пока ты, когда они сидят, ты делаешь свои дела, да. Они когда вот как раз заранее сильно приходят, ну они же понимают, что еще долго сидеть. А вы можете пока вот вкратце рассказать? Я сейчас объясню, как это делается. Просто объясняю, заранее запускайте, ибо получается так, что они выходят, начинают толпиться там, а если придут соседи, это будет пизда. Понимаете, да? Они начинают общаться друг с другом. Вот. И когда они общаются друг с другом, у всех разная информация, разные оклады, еще что-нибудь разное. Один пришел на уборщицу, другой еще куда-то. Потом они пообщались, там еще что-то сделали, с ними поругались соседи, и они половина просто ушли, потому что поняли, что народу слишком много. Вот. Или они уходят, не приходят. А? Если есть нормальный пожалуйста, у нас просто нет. У нас есть холл.
вообще насрано. Они, они туда садятся, кто-нибудь подсядет, они начинают общаться, разная информация уходит. Другой момент. В среду. Холл, когда было... У нас собеседование 16.50, 17.00. В среду, сколько? Где-то в 16.15 полностью холл был забит. Uh-huh. Понимаете, да? И людям уже даже сидеть негде было. И там начинается что-то толпятся. Да и здесь я помню, когда сам вел, когда ребят не пускали, здесь просто толпа стояла в офисе. А здесь еще соседи. Нам-то похуй более-менее. Но все равно жесть. Короче, как приходят люди, их сразу сюда сажать. Можете заниматься своими делами, рекрутировать или еще что-то. Пускай они здесь сидят и занимаются тем, чем они хотят. Им нужно будет продать то, что они могут делать. По поводу вопросов, сразу же вот этот каверзный мол, можете вы сказать о работе? Вы говорите, у нас собеседование по регламенту, 17.00. На все вопросы отвечу во время собеседования. Информацию на 50 минут вкратце не смогу вам сказать. А, я пойду, вам отвечаю. Давай. Я просто мило ему улыбаюсь, говорю, ну смотрите, сейчас наверняка еще кто-нибудь подойдет, давайте мы всех дождемся. Ну, то есть, короче, смотрите, тут как бы два момента. Если вы девочкой вот так ответите, то вас значит, что дальше спрашивают? Нет, ну, пожалуйста, ну, расскажите сейчас, ну, почему бы вам не рассказать, ну, вам что сложно, нам еще ждать 30 минут. Ты говоришь, ну, смотрите, у меня сейчас другие дела, давайте сделаем, давайте подождем всех, и я вам всем расскажу. Ну, то есть, можно так немножечко понежнее ответить, да? Да, пожалуйста. Да. Вы смотрите, делайте как вам угодно. Когда, например, я учился вести презентации, я был у всех на презентации там. У Насти Кругловой, у Кирилла, у Игоря Чеснокова. Вы можете знать, кто такие. Вот. И я всех смотрел, чего, как, где, зачем, для чего. Я потихонечку много всего от одного, от другого брал, набирался. Кто-то делал одно, кто-то делал по-другому, я выбирал лучший вариант. Сегодня будет вот эта вот каша мала, задача выбрать то, что вам надо. Короче, главный момент, очень важно понять, что когда приходят люди, вы их сюда сажаете сразу же. То есть зал уже готов, все нормально, все подготовлено, презентацию сюда вывели, и у вас компьютеры у всех есть, сидите, занимаетесь, рекрутируйте своими делами, занимаетесь. Можно добавлю. Короче, смотрите, еще такой момент, можно общаться с ними. То есть, если по настроению, если у тебя хорошее настроение, ты, в принципе, расположен, ну, так должно быть всегда перед презентацией, но бывает, ты приходишь, у тебя метасостояние немножечко не то. То есть можно посидеть, поработать. Я иногда задаю какие-то вопросы, где учишься, чем занимаешься, сколько лет, там, а как о работе узнал, а что привлекло, а почему решил приехать, а вот, а ты звонил или не звонил, там. Ну, то есть просто на такие вопросы, на которые, в принципе, стандартно можно каждому человеку задать, и эти вопросы можно, ну, то есть задать любому, но нужно просто списочек где-то из 20-30 вопросов, которые можно потихонечку так перемешивать и задавать. То есть это рапорт очень хорошо повышает. С кем-то одним или просто всем задаешь, а сидит на 5 человек? Нет, ну к тебе пришел 2-3 человека, ты на них как бы к ним вот так вот обращаешься к ним, говоришь, о, здорово, а чего так рано? Ну молодцы, что рано подошли. Давайте, а вы учитесь, не учитесь, кто учитесь, не учитесь, а где учитесь? И они потихонечку тебе начинают отвечать. А, еще по сервису можно водички предложить? Говорят, ребят, у нас там чай, кофе есть, давайте я вам сделаю. Если мало людей, то есть если их сразу зашло их там 30, 20, даже 10, наверное, ты так уже с чаем кофе не побегаешь, да? Нет, конечно, ты что, какой человек будет? Чит-код, сильный. Короче, в свое время, у кого было такое, что его реально вот, чисто человечески задалбывает писать вот эти дебильные номера, сравнивать их с анкетами? Было такое у кого? Нет? Да, в конце. Ты сидит 40 человек, и эти анкеты знают, ты потом ебешься с ними еще полтора часа. Я так не делаю. Вот. А как ты делаешь? Опрашиваю всех, кто остался. Все, кто остался, я беру с них телефон, ага. Уже они сами озвучивают, и все, я не сверяю звонки. Сейчас может чит-код. Короче, первый момент. Когда я только начинал вести собеседование, ничего не спрашивали, ребята заполняли анкеты, потом ты сам сидишь, всю информацию заполняешь. Потом до нас зашло, на кой хер, если они могут это говорить во время собеседования, ну, в конце собеседования, да? То есть собеседование закончилось, ты спрашиваешь номера, пока не заполняли анкету, заполняешь. Потом я подумал, какого хуя? И по-простому, чит-код, прикольно, запишите, всю информацию собирать до начала собеседования. И вы займетесь делом, сэкономите себе время, и ребят сразу выложат все о себе. Спрашивать имя, возраст, телефон и первоисточник, и все остальное, и сразу вписывать до начала презентации, а потом просто удалять тех, кто... То есть у меня номера телефонов и вся информация указана до начала собеседования. У меня просто редко такое бывает, что кто-то уходит. Ну, обычно люди не уходят. Ну, бывает, если ты сидишь с лицом таким, понятное дело, что он уйдет, нахера он нужен, но... Обычно ребята приходят адекватные и уходят там, ну, не знаю, максимум там 1-2 человека. То есть люди не уходят. Ну, как можно уйти отсюда с даты условия? Ну, только если ты реально на бошку недолбанутый. И даже париться не приходится, ты до начала собеседования собираешь всю информацию, и тебе даже с анкетами не нужно ебаться. Нужно только перепроверить все.
Как часто до собеседования ты выгоняешь людей, например, понимаешь, что не подходит тебе по улице? Вчера вопрос задавали такой, я не выгоняю людей, раньше я выгонял. Вообще всех берешь? Да, раньше я выгонял, потом это влияло на нашу статистику. Ну нет, если человек говнючий, понятное дело, если у меня просто таких говнючих не приходило. Бывает, приходит вот такой, он смотрит... Все говнючие приходят не к Артему на презентации, они приходят к Свете потом. Ну то есть, бывает, приходят ребята не очень. Ну они сидят, я говорю, ну, пускай, сука, сидите, ну похер, мне чего, без разницы. Если они начинают портить там атмосферу, я их выгоню. Ребята не портят атмосферу. Они не портят атмосферу, они просто сидят и залипают. Да сидите, залипайте. Просто если он здесь сидит какой-то козючий, я не буду с ним работать, я поработаю с этим залом. Да. А если выгнать, раньше мы выгоняли часто, когда у нас презентаторский бонус зависел вот от этого всего, пока там гайки не закрутились. Я выгонял, вообще пиздец. Я прихожу, он приходит ко мне, хотя бы, блядь, носки разные у него, я уже его выгоняю. Ладно, вот, чит-код понятен, да? То есть заранее спрашиваем имя руководителя, спрашиваем, как его зовут, номер телефона и все остальное. То есть заранее вносим всю статистику. Ага. Он пришел, задали вопросы, сидят, слушают, ты занимаешься своими делами. Там можно пока там одну капку сделать, ну или еще что-то. Вот, если не успеешь, то ничего. Ну, значит, подожду. Окей, по моментам. Обязательно в сервис запишите сервис. Маша уже сказала, но я еще прорезюмирую. То есть до начала собеседования, до начала, до любого мероприятия, это к любому подходит, предложить максимальный сервис. То есть сказать, ребят, пароль от Wi-Fi, вот если что, можете посидеть. Этот слайд у вас горит сразу уже. Ага. То есть как кто-то первый человек пришел, этот слайд у вас включен. Окей? Окей. По поводу сервиса. Пароль от Wi-Fi, если что, водичка прямо и направо, ручки помыть тоже там прямо и направо, там же где водичка. Лампы поменьше. Вот, а так всех ребят оставляйте здесь, говорите, у нас здесь, вы молодцы, что пораньше пришли, у нас до начала собеседования еще целых полчаса, поэтому, ну, посидите, подождите. У меня вчера люди приходить начали там вообще жить за сколько, то есть где-то минут за 45 у меня уже сидели ребята. Ну, там самое главное, рапорт сделать в самом начале. Запишите, в начале сделать хороший, классный рапорт. Наладить его. Чтобы общение с ребятами было потрясающим. Расскажешь как? Я не умею. Смотрите, Я пошутил, подожди. Все, не умеешь. Вот, например, вчерашняя ситуация вообще классная была. Я проснулся где-то полтора часа назад, и я узнал, что я веду презентации. Да я знал, ладно, я знаю. Он не знал. Но. Нет, главное, что провел. Да. Сам главный. Кто не подведет. Хорошо. Я приехал на собеседование, и там начали приходить люди какие-то шевелиться, а мне было так все впадло, мне было так лень. И там пришла девушка такая, ей было 33 года. Я с ней законнектился, и она у меня была главой отряда. Я с ней такой, Таня зовут, такой, Татьяна, значит, я пойду сейчас отдохну, значит, вы будете у меня главной за порядок. Если сюда кто-то приходит и начинает нести какую-то дичь, вы выгоняете. Так всех рассаживают на первый ряд аккуратненько. Если что, планшетки вон там, ручки вот здесь. Все понятно, да, я ушел. А, прихожу, все сидят по струнке, вообще замечательно. Ну, колечко. На собеседовании. На собеседовании, да. Я такой, Татьяна, как дела? Она говорит, все нормально. Продолжаем вести пост. Я ухожу, прихожу, там еще ребята сидят. А телефончик записывал? Нет, телефончик не записывал, да, это я пока не дошел. Но было очень классно, очень вообще потрясающе. Просто нужно найти какого-то бодрячка из зала, с ним законнектиться и... Ну, зал это ну, один человек, это весь зал, как говорится. И надо наладить сначала с одним рапорт, а дальше он все выделит. Короче, по поводу рапорта, давай, я добавлю. Давайте я сразу по механизмам. Напишите, есть очень крутая штука, но надо делать это искренне. Напишите комплимент. То есть хвалите людей за то, что они вам говорят. Вот это на самом деле очень круто у Вова получается. То есть у него это какая-то встроенная фишка у Ястребова. То есть ты ему говоришь, ой, я купила велосипед. Он такой, это так классно, это снижает уровень давления, ты будешь более здоровый, так здорово, это отличный выбор. Ты говоришь, там, у меня там что-то там, еще что-то. То есть как-то мимолетно, немножечко похвалить то, что тебе говорит человек. Это первый вариант, ну, как можно рапорт. Мария Колесникова, Светлана Князева хочет задать вопрос. А как... покажи пример, пожалуйста. Это мне ответить на вопрос, то есть я задаю вопрос, он мне отвечает, я хвалю его. Или это как-то... Ну смотри, я вот сижу с тобой общаюсь. Вот смотри, я с тобой общаюсь, ты пришла. Я говорю, ну смотри, мы сейчас немножечко подождем, пока все остальные ребята подойдут. Чайка, кофейка, может быть, зальем. Я целый зал, Маш, какой чайок? Я тебе просто говорю, вот первый вариант. Ну окей, тебе человек говорит, я учусь. То есть ты 16 лет учишься,
и еще с работы будешь совмещать? Говорит, ну да, типа деньги нужны. Блин, как здорово, таких ребят очень мало на самом деле. Нет, или ты видишь, что зал, и там очень много молодых ребят, ты говоришь, ребят, а вам, я смотрю, по 16, по 17 лет, блин, вы работу ищете? Слушайте, я вот так вами горжусь, серьезно. То есть это так здорово, что уже в 16-17 лет у вас понимание лучше, чем там у ваших сверстников. Вчера очень хорошо зашло мне на презе, у меня, ну там вопросы задавали мне, как этим еще, у меня вчера была первая преза, она вообще потрясающая. Там сидел ряд ребят от 15 до 17, второй ряд и одна девочка, которая 29. Короче, что зашло хорошо? Ладно, потому что слайд про карьеру, кому карьера интересна, все поднимают руку. Ну, там начинаешь доводить до абсурда и делать комплимент сразу всему залу. То есть там много ребят руки поднимут и говоришь, блин, ребят, 15 лет искать работу, более того, заниматься карьерой, это очень хорошо, я в вашем возрасте еще 500, блин, ела, а вы уже занимаетесь своим будущим. Какой-то мимолетный комплимент не только можно человеку давать, а залу, например, отвечая на твой вопрос. Сидит огромная куча народу, говорит, ребят, блин, спасибо вам огромное, вы сегодня такие адекватные, так хорошо выглядите. Я все свои презы начинаю со слов простых. Данила Юрьевича Низова, кстати, вспомнил. Вроде бы мы твои презы были. Было. Поздравляю вас. Твое, да? Первый тест на адекватность вы прошли. Твое. Смотрел презы. А? Его. Вот. Прикольно заходит, ты только выходишь, когда презы все, я чуть вперед забегаю. Или там, как только они пришли, говорю, ребят, супер, я вас поздравляю, первый тест на адекватность вы прошли. Спасибо вам. Вы пришли вовремя. Или когда презы начинаешь там, спасибо вам огромное, вы сегодня первый такой зал, который выглядит так классно, так хорошо. Спасибо вам за то, что вы так выглядите. Ну, понимаете, да? Можно комплимент не одному человеку давать, а всему залу, если много. Вот эти фишки, которые мы говорим, они не только в плане презентации. Например, вот то, что Маша говорит, комплимент, это и со структурой работает. Групповой комплимент тоже со структурой работает. И это очень важно вот в работе применять. Только, пожалуйста, делайте искренне, я вас умоляю. Если вы прибежали до презентации за 2 минуты и начинаете такие, они сидят, вы сидите дерганные, короче, они дергаются. И вы говорите, ой, вы так вовремя пришли, спасибо большое. И как бы, ну, это не зайдет. То есть и давайте... кто-то в зале сидит, в отличие от них. Вот, первый момент, это комплимент, да, это как, ну, механизм, при помощи которого можно аэропорт настраивать. Второй момент, главное понять аэропорт, это я такой же, как и ты. Соответственно, когда тебе человек что-то говорит, ты говоришь, о, здорово, кстати, у меня так же было. Просто вот фраза, о, здорово, у меня так же было. Или, говорит, там, ну, я с учебой совмещаю, кстати, я тоже с учебой совмещаю. То есть просто отзеркаливаешь то, что тебе говорит человек, либо говоришь, круто, если той же фразой. Круто, ну, менее круто, если ты говоришь немножко измененно. То есть задача аэропорта какая? Я такой же, как и ты. Все, и как только вы начинаете общаться с человеком и говорит, да, у меня так же, да, у меня, кстати, такие же мысли были. Вот в обработке возражений, по-моему, да, это есть. Либо когда ты озвучиваешь вот эти вот факт, ну, самые задаваемые вопросы в Аюське, там человек тебя спрашивает, ты говоришь, очень хорошо, вопрос отличный. У меня этот вопрос тоже был. И таким образом у тебя зал — это ты. То есть получается, что зал такой же, как и ты становится, и по внутреннему состоянию, и по тому, что ты их дальше можешь вести. То есть вначале ты к ним подстроился, а потом ты начинаешь их вести, и они идут за тобой просто потому, что они думают, ну блин, я такой же, как Артем, я такой же, как Маша, значит, у меня тоже получится. Ага? Вот, ну это про работу. Да, да, да. По поводу преза хотел добавить еще до начала. Чего записываете? Информацию, которая вам важна. Например, ну, естественно, записывайте, как руководителя зовут, как человека зовут. Его номер телефона, сколько ему лет. Последняя вкладка, там есть, ну, примечание какое-либо. Я раньше записывал...